Помог ли вам опыт вчерашней игры в сегодняшнем матче? В принципе, да. Если ваших видео трошки изучили противника, знали, в принципе, их не слабые, сильные стороны. В принципе, сегодня отыграли с первого тайма, с первых хвилин. Забили свои. И, в принципе, все. В чем было ваше преимущество над соперником? Я думаю, наверное, отдача. У нас капитан команды, президент клуба зарядил перед игрой. У нас есть стимул выиграть цей кубок. И, в принципе, це нам удалось, я думаю.